Здравствуйте, я Нидаль Салим, руководитель Центра лучевой терапии EMC, главный внештатный специалист по радиотерапии города Москвы. Лучевая терапия и в особенности стереотоксическая радиохирургия – один из основных методов лечения в онкологии. Лучевая терапия проводится амбулаторно. Большинству пациентов необходимо от 3 до 5 сеансов. При этом пациент может вести обычный образ жизни, оставаться активным, ходить на работу. Лучевая терапия может использоваться как самостоятельный метод лечения, до или после операции, или в сочетании с химиотерапией. По современным данным, от 60 до 80% пациентов с онкологическими заболеваниями нуждается в лучевой терапии на том или ином этапе лечения. Технологии развиваются очень быстро, и сегодня у нас есть возможность лечить опухоли любого размера и любой локализации. Здесь, в Европейском медицинском центре, установлена единственная в России система Varian Age, с помощью которой мы можем проводить лучевую терапию и радиохирургию с высочайшей точностью и без побочных эффектов, создавая оптимальный план лечения для каждого пациента. В EMC работает высококвалифицированная команда специалистов – лучевые терапевты, онкологи, гистологи, радиологи и другие специалисты. Мы совместно разрабатываем тактику ведения каждого пациента. Любой человек, обратившийся в EMC к онкологу, может быть уверен в том, что его случай будет рассмотрен на онкологическом консилиуме, и ему будет предложен лучший из возможных вариантов лечения. Мы рады, что можем предоставить возможность российским пациентам получить медицинскую помощь по международным стандартам, не выезжая за границу. Забота о пациенте и высочайший уровень медицинской компетенции – это то, что позволяет нам достичь успеха даже в самых сложных случаях.